2 июля Каспийск тепло принял у себя спортсменов из города Энергодар Запорожской области. На площадке детско-юношеской спортивной школы «Олимп» гости встретились с подрастающим поколением боксеров, делились опытом и профессиональными секретами. Организатором встречи выступила Федерация бокса муниципалитета и Дагестана, а также заслуженный тренер России Зубер Джафаров и Нурпаша Талибов, которые также приняли участие в тренировке. Это ребята молодые, от 15 до 21 года. Мы приехали на учебно-тренировочный сбор по приглашению поделиться опытом, подружиться, можно сказать, сблизиться, чтобы они нам показали то, что они могут. Запорожский бокс тоже был всегда очень сильный. Мы покажем им то, что мы можем. Провести тренировку с гостями и заявил желание заслуженный тренер Магомед Джафаров, а также заслуженный мастер спорта Вадим Мусаев и другие. Основная цель подобных встреч – это сблизиться. Это наши дружественные народы, поделиться опытом, быть ближе. В такое очень непростое, тяжелое время, как говорится, спорт объединяет. Бокс всегда за сильную Россию. В свою очередь, спортсмены из Запорожской области отметили вклад каспийских боксеров в развитие данного вида спорта на территории России. Для них эта встреча особенно важна, поскольку здесь они могут получить новые знания и навыки от лучших мастеров бокса. Все дети, которые здесь сейчас, с кем мы проводили спарринги, у всех глаза горят, все хотят выложиться на всю. То есть, надеюсь, мы составили достойную им конкуренцию, обменялись опытом. И надеюсь, что в следующий раз мы привезем еще больше команду. Хотелось бы поблагодарить за ту гостеприимство, с которым нас приняли в этом чудесном зале с прекрасной атмосферой. Сегодня у нас были тренировочные спарринги. То есть ребята себя показали как с нашей стороны, так и воспитанники этого зала с наилучшей стороны. Впечатления самые положительные. Плюс у нас была экскурсия по городу, все очень понравилось. По словам тренеров, они надеются, что это не последняя их поездка в Каспийск. И в ближайшем будущем они проведут в муниципалитете масштабный турнир.